Я когда посмотрела программу, я подумала, ну, для меня, для владельца маленького бизнеса, дороговато. Но вы знаете, вот мне так понравилась презентация на сайте, это так совпало с моими мыслями о интернет-сайтах, о продвижении, что я все-таки приняла решение достаточно быстро. И уже буквально вчера я начала отбивать эти деньги. Очень понравился семинар, как и все выступления Сергея. Я не первый раз нахожусь на его лекции и пришла сюда совершенно осознанно с целью получить необходимые мне знания. Сам семинар построен в формате доказательного менеджмента. То есть любое предложение или пояснение того, что, как нужно делать, оно под собой имеет очень серьезную доказательную основу. Здесь можно узнать вещи, которые позволяют избежать большинства ошибок, которые допускают, скажем так, компании при создании сайтов, разработчики и проектировщики. В данном случае мы также какие-то вещи для себя почерпнули. И иногда вот какие-то сложные вопросы, с которыми пытаешься разобраться сам, и которые, может быть, не всегда понимаешь, находясь на других семинарах, Сергей рассказывает очень доступно, очень просто и очень легко. Потому что о самом сложном ему удается говорить очень простым, понятным и доступным языком. Семинары построены таким образом, что, по крайней мере, за эти два дня я получил конкретные рекомендации по тому, как можно улучшить наш конкретный сайт. Меня спрашивают, почему мои семинары так популярны. Я думаю, из-за того, что я очень много рассказываю практики. И вся эта практика, она просто получена экспериментально на нашем российском рынке. Те выводы, те примеры, которые я даю, это результат многолетней работы на рынке интернет-рекламы и создания сайтов.